Когда-то давно мы с братом играли в совершенно другую игру под названием Rust Legacy. И вот, спустя 8 лет, я предложил поиграть ему вместе в новый Rust. И начать мы решили сразу с самого жесткого сервера. Ведь он должен был прочувствовать всю боль, играя в Rust. Ха-ха-ха-ха! Впереди вас ждет долгий рассказ под названием «История двух братьев». И не забывайте ставить лайки, это важно. Но тот, кто найдет секретное слово раньше всех, получит в приз игровую мышку. А А7, справа вообще. А, так я недалеко. Все, место встречи Y6. Центр? Да. Слушай, ну... Я могу туда бежать не один раз. Не, ну если тебя сейчас не убьют, то нормально. Первым делом нам нужно было встретиться и добавиться в команду, чтобы после наводить на этом сервере плотную суету. Пойдем искать приключения. До заправки нам бежать было довольно далековато, поэтому мы решили воспользоваться зиплайном. Нифига себе здесь домов. По нам стреляют. Быстрее! Куда? Наверх! Бежим наверх, быстрее! Смотри, туда едем. Давай, ты первый, я за тобой. Как, просто прыгать? Не, Е нажать надо. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный! Не, подожди, сейчас ещё попытка есть. А чё там, да? А, вот, есть. Смотри, ты можешь вы ещё нажать, это турбо режим. Пробел — это внезапный десант. Нам нужно с тобой оружие сделать. Чем быстрее мы его сделаем, тем больше шансов, что мы выживем. Ой, я бинокль нашел. Тут, по-моему, что-то есть еще. Ты... О, тут есть, тут не беги сюда! А, все. Конечно же, мы шли к успеху. Но в этой заправке сидели игроки такие, как я, которые любили пофармить фермеров. Ой, я вижу. В какой-то момент мы снова с Серегой встретились, и я его даже накормил растовским деликатесом. Держи. О, о, мое любимое. А после, наконец-то добежав до пункта назначения, мы начали фармить дерево. Ну и тут нам тоже не повезло. На нас напал какой-то абориген. По мне стреляют, беги. Давай забьем его. Не, нечем. Мы его не забьем. Беги! Не, он сильный. Ты умер? Ну ничего, у нас будет лук, мы будем таких наказывать. А, он по мне с ребика стреляет, он меня убил. Да, выживать на сервере, где 700 слотов, было не так уж и просто. В какой-то момент я настолько сильно отчаялся, что даже решил немного порыбачить и выполнить задание. Я, короче, рыбу тут ловлю. И по моему голосу вы можете понять, как же мне было очень весело. Поймав достаточное количество рыбы, чтобы выполнить очередное задание, я смог получить каяк, на котором мы собирались отправиться в море. Там можно было нафармить немного скрапа и достать помп. Она на одного? Не, на двух. Давай, я жду. Все, поехали. Слушай, я недавно подсел на одну интересную игру. Там тоже почти все время ты проводишь в открытом море. Мир кораблей называется, слышал о такой? Да, я тебе не говорил, что я как раз начал качать ветку японских эсминцев. Они здесь мастера маскировки и скоростной атаки. Главное, чтобы братья по оружию поддерживали огнем. Иначе придется скрываться в дыму, чтобы не попасть под залп. Начинал я с умикадзе второго уровня. Понял, что к чему, и через десяток других боев пересел на новый кораблик, акацуки седьмого уровня. На нем можно постоянно напрягать вражеские крейсеры главным калибром. А как только подбираюсь к ним поближе, отправляю торпедный залп. Отправляйся в порт. Для этого вам нужно правильно мансить, вовремя врубать форсаж двигателя и, самое главное, безопасно уходить из-под огня после атаки. Здесь все решает скилл. Советую скорее заходить по ссылке в описании и бесплатно качать мир кораблей. Плюс вас ждут еще и подарки на старте. Пора играть, командиры. Качай мир кораблей по ссылке в описании и получай бонусы. Ну видишь, мы не в мире кораблей, поэтому приходится гребсти веслом. Не, я смотрю вот на тебя, типа довольный сидит такой, уверенный. А, тут акула, не-не-не, я понял. Я сюда не пойду, тут акула плавает. Можно вон бочки полутать. Все, поехали дальше. Твоя очередь гребсти. Сейчас загребу. Давай, давай, работай. Мне не привыкать. Все, да, курс у нас прямо, смотри, надо бочки полутать по бырику. Мы фармили все на своем пути, попутно выполняя различные задания. И вот, пока Серега управлял каяком, я решил отойти и сделать кофе. Но тут случилось непоправимое. Димон, за нами лодка плывет, сейчас убьет. Лодка. Все, нам жопа. Блин, какие все злые на этом сервере. Порыбачили, надо было выкинуть все. Короче, все, не будем рыбачить.
Сейчас пойдем просто всех убивать. Не, рыбалка это, видимо, не для нас. Нормально, я отошел за кофе. Тут же мы решили пересмотреть нашу тактику выживания. И для начала отстроить небольшие хоромы, которые находились бы в том самом месте, на котором мы запланировали это сделать. Тут чего с ником перфоратор лежит? Красавчик. Любит бурить, походу. Первым делом мы навалились на дерево и отыскали несколько фермеров, которые добывали нам ресурсы. У него копье было на крафте. На копье тебе. Обмануть хотел, да? Да. Он умер. Он фармил? О! Да. Вот это наш клиент. У меня 1000 есть? Можешь откинуть что-нибудь, построить. Пойдем. Да, дерево сейчас нужно будет. Серега со временем настолько приспособился, что начал очень точно метать копья. От копья, как говорится, не уйдешь. Наконец-то мы добежали до того самого места, где хотели построиться, и начали отстраивать нашу крепость. В этот момент мы не знали, какие приключения нас будут ждать именно в этом месте. Как раз ночь можно дерево пофармить, пойти. Не, ночью фармить дерево такое себе. Ледоруб пока скину, ящик поставлю. Нифига не видно. А на утро мы отправились фармить бочки, ведь нам нужна была ткань, чтобы поставить спальники. Ну а пока я перерабатываю ресурсики, хотел бы вам напомнить, что если вы поставите лайк и напишите комментик, это мне очень сильно поможет продвинуться в трендах. Пойду дерево рубану. Да давай, я тоже. Нам много дерева не надо, сейчас 2 лука сделаем. Ну а после я плотно начал обучать бойца Серегу боевому искусству. Как гласит китайская мудрость, сунь чуй в чай, что означает, фармить нужно только фермеров. Дал хит, убил! Убил. О, вот это топ! Плюс револьвер. Давай за мной. Вот так бы сразу, да? И спустя пару заходов мы навыбивали достаточное количество ресурсов, чтобы поставить первый кодовый замок. Вводи пароль. А возле нас все чаще и чаще пробегали различные фармилки, которых мы старались ловить. Ему очень больно. Убил его. Тем более, что некоторые из них безотказно фармили для нас камушки. Стоило об этом всего лишь их вежливо попросить. Give me your loot. Ну так вот надо с этими фармерами разговаривать. Короче, обучение Сереги проходило полным ходом. Из новичка он превращался в элитного бойца. Гаси его. Убил. Ох, как ему не повезло. У нас есть дробовик, который нам нужен был. И не успели мы добежать до дома, как вдруг мы выбили еще и 2. Сейчас открою дверь, смотри. Давай, давай, давай. Убил? Да. Все, уходим. Мы нашли домик перфоратора, сделали ему небольшой ремонтик и отправились в сторону дома. Нам по-прежнему нужно было нафармить еще немного металла, чтобы поставить 2 кодовый замок. И возле нашего дома постоянно пробегали какие-то залутанные челики. Нифига себе. Вот это тут разборки были. Нам бы ящик. Там тип бежит впереди. Дал хит ему. Убил его. Лутай его. Вот это типы кормят нас, да? Да вообще красавчики. Походу у нас сосед где-то живет. Рядом прям. Дверь открывает. И вы не представляете, как же Серега был прав. Спустя пару минут мы познакомились с нашими соседями, которые сидели у нас под дверью. Изи. Я его убил. Чего они все у нас под домом делают? Вообще непонятно. Нам бы ящик. У нас столько места нет. Сколько они лута нам таскают. Да. Наверное, дерево нужно, блин. И отставать от нас наши соседи явно не собирались.
бежит сюда. Вот его убить надо. Ой, а как ему сочно. Вот это хорош. Блин, они походу делают всегда приходить. А, беги! Беги! Беги в дом! У меня папе есть, сейчас, подожди. Конечно же, мы ни капли не испугались. Я сбегал домой, взял помп и побежал делать грязь. Где он? Нету, пока что не вижу. Вижу его. Да, я тоже, я лёг. Убил его! Он ливнул! У нас плюс автомат. Блин, похилиться бы на... О, бомж! Тут есть зеленый патрон, короче, его надо будет изучить. Это такая имба еще лютая. Неподалеку от нас мы услышали, как кто-то рейдится чельками. И решили туда сходить, ведь у нас был шанс что-нибудь ёникнуть. Вот, против этого типа можно прям скинуться. Если попадем, короче, по разу, да? Он сразу умирает. Короче, надо по одному разу в него попасть. Промазал! Ты попал? Не успел. Нет. Убил его! Беги сюда. Тут что-то рейдит прям жесткое. Блин, я не могу там заспавниться. Так как оружия у нас было немного, я сейвил все, что выбивал, и возвращался снова на этот замес. Убил типа еще. Не ты, я его убил. Нет. А это ты? Это ты. Это я. Короче, смотри. План действий такой. Иди сюда. Держи помп. Мы сейчас запрыгиваем внутрь к ним. Смотри, показываю, как это делается. Убил. Тут еще. О, у меня положил. Убил двоих. Убил. Еще там есть. Тут у меня справа. Я попал в него и толк. Надо туда бежать срочно, слышишь? Там прям вообще жесть какая-то, там их много очень. Одного убил. Еще одного убил. Я тут. У меня куча оружия. Я бегу. Я рядом вроде. Тут понял, в чем прикол? Тут, короче, проход, оказывается, был с другой стороны. Сзади меня бомж. Еще убил. Держи автомат. Еще прыгает кто-то. Надо уйти отсюда. Уйдем. Потом вернемся. Нифига себе, слышишь, что это было? Томпсон у него был. И на самом деле Серега бежал до меня не зря. Он захватил все, что находилось в этом ящичке. И мы отправились домой. Так у нас появилось первое серьезное оружие. Тут просто жесть у нас сколько оружия. Ящиков нету, да? Да, и ящиков нету опять. Блин, надо металлиус где-то полутать. У нас не было ни металла, ни печек, поэтому нам нужно было лутать лутателей гастейшена. Все, фонарик пока выруби, там кто-то бегал возле нас. Ну слушай, до калаша мы, кстати, очень даже быстро дошли. Разобрался с типом. Ой. Еще с двумя разобрался. О, 160 скрапа! Тут вообще везде рейдят. Сейчас, я не вижу. А, все, вышел. А, там три типа бегают. Четыре типа. Под домом у нас, меня убили. Сейчас приду. В дверях убили, да? Я дозакрыл дверь, вышел на улицу, меня убили.
Наши соседи немного на нас огорчились и начали сидеть у нас под дверью. Второго убил. Ну, с ПНВшкой бегал. Теперь у меня ПНВшка. Блин, рейдит прям рядом вообще. Тут вообще непонятная... фигня, где мы тут построились. В самом дежухе. И после того, как они несколько раз слились, они сели на вышку. И выйти из дома у нас уже было большой проблемой, потому что выход у нас был прямо на их окна. Это жесть, нас не выпустят из дома, мне кажется. Там много их, да? Ну, не то, что много, тут типы с крыши начали контрить нас. А у нас ни дерева, ничего нет на застройку. А я не смогу зайти, да, даже домой? По идее, сможешь. Тем временем Серега занимался очень важными делами. Он пытался нафармить немного дерева на застройку, потому что мы понимали, что соседи нам не дадут поиграть. Я не знаю, я дерево чуть-чуть добыл, поможет нам это вообще, жир. Понимая, что у нас нет металла, чтобы просто скрафтить металлическую дверь, я побежал на переработку. А когда бежал домой, я увидел то, что мои соседи меня уже вовсю ждут. Один сидел под дверью, а другой на вышке. Убил того на крыше? Теперь надо под хатой типа убить. Сейчас, я бегу домой. Убил его. Наконец-то в нашем домике появилась хоть какая-то безопасность. Металлическая дверь. Ну самое, знаешь, что печальное? Что эта металл-дверь вряд ли нас спасет, если нас рейдить придут. Да пофигу, у нас все равно нет, ничего нету почти. Ой, тут рейдят. Я слышу, прям вот рядом. Я уже собирался бежать отбивать этот домик от рейда, но... меня встретил Руфкемпер. Ты из дома не вышел, да? Да. Да? Ой, мой маленький Руфкемпер опозвал. И под дверь сел. С макросом нормально играть? С макросом нормально играть? Вообще, мужик, просто пушка. Спасибо вам за много оружия, реально. Я уже не знаю, куда его девать. Я, конечно, продолжал их провоцировать, как только мог. Но в глубине души я понимал одну простую истину. Мы в говне. А у нас одноэтажный дом или двухэтажный? Одна. Тут самый прикол, что на деревянном доме на крыше сидит. И второй через дорогу. Ну это походу мы построились возле каких-то хороших соседей. Они нас любят. Да, меня грохнули. Они вдвоем стреляли по тебе? Ну я отошел от этого большого. Ну да, я сначала выглянул, меня с того дома постреляли. От этого отошел отсюда. Он нас убивает на земле, давай на крыше сидеть, друг. Садись на крышу быстрее, мы не справляемся. Быстрее, быстрее, быстро. Все было настолько печально, что я не мог выйти из этого дома, что я даже пытался под огнем застроиться. Второй подбегает к тебе. Закрой, вот он уж под дверью сидит, я напротив смотрю, вижу. Прям под дверью? Справа, слева? Как выходишь справа. Но тебя кроет с вышки. О, их убивают. Его убили. И тут началась какая-то жесть. С одной стороны нашего дома сидел один руфкемпер вот на этой вышке. И ровно с другой стороны сидели еще одни руфкемперы, которые не давали нам выйти. Как выжить в такой ситуации, я не имел представления. Потому что вы просто посмотрите на наш огромный дом. Мы для них были действительно мощные конкуренты. Я вам честно скажу, я не представляю, почему они к нам так пристали. Но сражаться с ними мы планировали до последнего. Дерево где-то есть. Пойди. И даже Серега, который не играл 8 лет в эту игру, был очень в восторге от таких соседей. Блин, и сидит же ч***. Почему он не стреляет сразу? Ты серкаш взял? Я у нашего соседа берду забрал. Она ему не нужна больше. Очевидно, да. А, меня убили. Я дома. Короче, мы построились не в том месте, мне кажется. Не тот район. Это район гетто, наверное. Не, мы всех победим здесь.
Не, да по-любому, сейчас только лестницу найти и все. Да тут без лестницы всех победим. У него два дома у этого типа, он прибежал откуда-то слева еще. Оп. На крышу опять. Пусть выглянет. Мне кажется, соседи нас не совсем любят. Ну, какие-то они не дружелюбные. Причем мы как бы тут в принципе никого не трогали, да, рядышком? Че сразу-то? Ну, да. С одной стороны один руфкемпер, с другой стороны другой. Офигенно вообще. Кайф. Честно говоря, у меня не было представлений, как выйти из этой непростой ситуации. Это такая беда, просто жесть. О, тут два руфкемпера стреляются между собой, слышишь? Они все-таки не мирные. Друг с другом. Убил нафиг его на крыше. О, такая заруба. Не, вообще жестко, да? Сейчас я потом не выживу, скажу. Блин, патронов мало. Патронов нету. Короче, пока я пытался добежать до дома, потому что у меня была КД, Серега развалил наших соседей. А я, найдя пайпуху, добил остатки. К ноге! Молодец ты. Короче, все, есть идея, знаешь какая? Я иду фармить дерево. Топ идея. Да, я тоже. А ты где? Я наверху через речку пошел. Пока я фармил деревце, Серега пытался найти камушек. И нафармить ресурсы было не так уж тяжело. А вот добраться до дома, это уже была другая история. Честно говоря, таких типов я давно еще не встречал. Они полностью контрили наш подход к дому. И как туда добежать, я не имел представления. Но мне, очевидно, нужно было рисковать. Оп! Потом мне и вовсе пришлось включить режим самой быстрой киянки на Диком Западе. Ну что, как? Нравится? Я вышку отстрою, ты не выйдешь на крышу. Давай, строй. Ну это да. Мы все. Дома, в дом. Прикол в том, что он тут не может никак. Ой, твой друг лицо получил, ему больно. Там домой нереально зайти, да? Мей, хуя он меткий. Есть два предположения. Я двоих убил. Ты ютубер? Ютубер. Каким-то чудом нам получилось добавить еще второй этаж, и под дверью нас уже точно бы никто не смог контрить. Двоих убил. Дерево нужно, да, у них когда на спалку. Наконец-то, когда мы с Серегой уже собрались вместе, мы отправились фармить камушки. Ведь оставлять домик в деревяшке это была не очень хорошая идея. Я понимал, что нас вот-вот могут зарейдить. Нифига себе ты нафармил. Да я бомжи убивал чуть-чуть. Хорош. Вот это моя школа. Фармить фармера. Может топорик взять, пойти дерево пофармить? О, это нас. Опа, я сгорел. Они зашли в дом? Они рейдят нас, да, получается, или что? Я до сих пор не понимаю, что надо было от нас этим соседям, но мы все-таки умудрились застроиться. Будем жить дружно, ребят. Также они стали к нам частенько прибегать и ставить нам различные ультиматумы. А, ребят, давайте будем жить дружно. Или мы напишем сейчас всему серверу, где вы живете, и сюда придут все? Пускай все приходят. Я с гном мирно не живу. Но я знал, как правильно общаться с такими ребятами. Давайте будем жить дружно. Я ж тебе говорю, мы с гном дружно не живем. Ты убил его? Я всех убил. Залутать? На улице они? Не, они бомжи. Что мне взять из оружки? Я сейчас скажу всем, где вы живете. Или живем в мире, да? Хоть и Серега был практически новичком в этой игре, но даже сейчас он знал, как бороться с такими ребятами. Надо изучалку сделать и лестницу изучить. Вышку сделать и все. Учиться ремеслу. Может тогда побольше дерева сейчас нафармить? Сразу вышку построить?
Давай, да. Будешь бесконечно там сидеть. Ты видел, как медведь лежит? Отдыхает. Смотри, что важно. Ты смотрел? Ловушка. Ну-ка, сядь. Медведя где-то сзади, стой, вот. И голову наверх подними. Охотник чисто. Жесть. О, тип снизу. За ним, в погоню. Он упал, по-моему. Там слева еще. Да, он упал. Еще один слева. Пойдем вниз. Его лутай. Один сосед, походу, сдался у нас. Они нам лестницу разбили. А он смотрит за нами, слышишь? Стой, давай вниз. Он лестницу разбил, представляешь? Да уж. Знал бы я, что мы построимся между трех руфкемперов, я бы никогда это место не выбрал. Но теперь у нас не было никакого выхода. Нам нужно было что-то придумывать. Ну вот. О, нормально. Дом, милый дом. О, я знаю, куда мы печки поставим. Камня нам хватило, чтобы полностью улучшить всю основу, чтобы больше нас никто так не выжигал. И наконец-то у нас появилась первая печка. Придется только вверх, высоту, как мультик есть. Говорю, воняет руфкемпером, не разговаривай, пожалуйста. Противно слушать. Нам просто охота узнать, кто ты, и мы уйдем. Просто скажи. Да я тебе не скажу. Это, короче, скажи нам, кто ты, воин. И мы тут же уйдем, и тебе не будем мешать больше. Воин, назови свое имя. Ахиллес, сын Одина. Ну да, блин. Два хита ему дал. Мне кажется, я его убил. Сейчас у него лутом. У тебя тип. Аккуратно. С правой стороны выбежит. Ты жив? Да, сидит с двушкой. Убил его? Да. Так, все, пойду. Чай попью, что ли? Давай, давай. Эл, Серега нас рейдит, Серега! Не спать. А, это я. В какой-то момент мы даже подумали о переезде, потому что наши соседи оставлять нас так просто не собирались. Они приходили к нам снова и снова. Ой, я нашел. Ой, я сейчас сяду и буду ждать, когда он придет со своей двушкой. И пока я сидел возле этого домика, я подслушал, как сосед уговаривал Серегу показать какого-то его друга. Поговори с ним. А, шо, кто здесь? Как ваше ничего? Кто? У вас как дела? Кого у нас? Говорю, дела как у вас? Кого? А друг где твой? Один играет, какой друг? Да не, где друг? Друг где твой? Да не, друг где? Признавайся. Ну я-то могу выйти показать, где он? Выйди, покажи, где он. Сейчас, я выйду. Ой, большой. Ну да, а друг где твой? Признавайся, где твой друг? Так вот он, я за него пообщаюсь, что ты хотел? Капец, разборки тут жесткие были. Да. А потом и вовсе активизировались еще одни наши соседи, которые тоже любили посидеть на крыше. Как прекрасен этот мир. Опа. Ждем теперь, когда он, слышишь, будет подниматься наверх. Ага. Так. А у него двухэтажный дом или трех, я не пойму. Трешка, по-моему. Ну его и зарейдить этого типа. Ты
Hands up, motherfuckers! О-о-о! Что? Это домой! В какой-то момент мы с Серегой даже отправились в подводную лабораторию. Но не тут-то было. Мы услышали звуки сишек. Что за фигня? Сверху враг вижу. Можем покрысить, просто сесть и ждать. Там кусты есть. Там дом есть вот этот гнилой. О, вот. Там гаражка, пускай уходит, не стреляй. Честно говоря, я не знаю, что тут происходило. Какой-то странный челик прибегал и накидывал всего по две сишки. Мы решили его подождать, и ждали мы его очень долго. Но продолжать рейд он явно не собирался. Скорее всего, он решил переждать, либо же у него просто кончились ресурсы. Зато здесь мы повыбивали достаточное количество пушек. Да... Если вы думаете, что все у меня все время шло по плану, то я спешу вас огорчить. В какой-то момент настали тяжелые времена. Сколько бы мы ни пытались что-то полутать, что-то нафармить, нас постоянно убивали челики. Меня убили с калашом. В какой-то момент я даже подумал, что вот, череда черной полосы закончена. Я запрыгнул на территорию какого-то клана, где были открыты все двери. Сзади тебя, хазматчик. Я попытался разбайтить этот гантрап, но вернулся хозяин этой территории. Если посмотреть этот момент внимательнее, то я 100% должен был его убивать, но игра считала по-другому. Я, конечно, снова вернулся к этой территории, чтобы попытать удачу. Но и тут мне тоже не повезло. Череда черной полосы длилась очень долго. Наверное, часа три. Но в какой-то момент мы нашли выход из этой ситуации. Мы поняли, что нам нужен второй верстак. Не, на самом деле это даже хорошо, то что у нас тяжело все пошло. Оружия нету, а патроны есть. Надо, я думаю, пойти дерево пофармить. Да, и второй верстак надо где-то нафармить. Вообще, знаешь... Есть идея, что можно сделать. Короче, идея была такова. Мы собирались отправиться в сторону лаборатории и построить там небольшую кибитку. Но по пути туда мы услышали, как взрывают дом. О, я походу знаю, что рейдят. И взрывы были именно в той стороне, где мы изначально отжали калаш. У меня помп есть. Ну, типа, задалишь, не убьем. Три зеленки целых есть. Потом. Надо подойти послушать. Факел он вижу, слева. Да рейдить, убери просто. Да блять, да рейдить. Что-то бежит кто-то. Вижу его. Он сидит там? Да, снизу. Там пацаны стак разрыва, пацаны. Жив? Жив, да. Я его убил. Туда прыгать, залазить? Да. Может, ты прыгал туда? Да, я снизу уже. Какие он двери просил дорейдить? Я не понял. Я лестницы зря... Вот он встал! У тебя есть оружие? Арбалет только. Да, рейдит дверь. Какие это двери? Рейд. Какие двери? Вот эти, вот просто посмотреть, что там. Верхнюю. Ты думаешь, наверху лут будет? Убивать этого паренька я не стал, потому что я понимаю, что такое желание просто посмотреть, что находится за дверью. Поэтому ради него я прорейдил эту дверку. Крыса. Он? Он не спрыгнул, нет, там другой. Не, братух, тут не хватит твоих разрывных. Давайте.
и я явно смог его успокоить, что он просто сладко уснул. Но пока он спал, здесь началось что-то непонятное. Ко мне пришло много типов сюда. Да, я вижу. Они оттуда вылезти не смогут. Тут калашисты. Тебе надо будет все равно рядом, короче, подойти и ждать, когда они придут. Ща, я пытаюсь, тут они со всех сторон. Я жду их. Я готов сражаться до последнего. Меня зажали тут жестко. Их очень много. Вообще? Да. Еще два прибежали. Я одного убил, залутал. Не-не, сиди, они на подходе все. А, все-таки меня положили. Я могу подбащивать их на взрывные. Ну да. Убил, я уже двоих убил. Их было настолько много, что я понимал, что отсюда я уже живым не выберусь. Это был какой-то сумасшедший клан. И знаете, когда вы видите такую картину, вы понимаете, что это конец. Обычная ракета была, прикинь. И самое страшное было, что это были не обычные ребята. Это были всадники апокалипсиса. Если вы смотрели последний ролик, то вы понимаете, о ком я говорю. Знаешь, что самый прикол? Вокруг этого дома куча бомжей стоит в кустах, ждет. Ждут команды, да? Да, ждут команды. Нам пришлось немного подождать, чтобы они дорейдили этот домик и наконец-то оттуда свалили. А после мы могли что-нибудь ёнькнуть. Ну не зря, слушай. Нашел что-то? Да. Хоть они и пробахали некоторые лутовые и забрали скорее всего основные ресурсы, но здесь оставалась гаражка, у которой не было совсем хп. И я, встретив некоторых бомжиков, предложил ее дорейдить, потому что нам рейдить ее было нечем. 28 хп, слышь? Есть взрывка? У этой штуки 28 хп всего. О, ща. Сочелю скорче. Тут куча всего. О! Ну они бомжи вонючие. О! О! Вот это да! На самом деле мы там сорвали довольно неплохой куш и лут поделили пополам. Тем временем наши новые соседи сидели у нас на крыше и ждали, когда же мы вернемся домой. Я убил одного. И на самом деле, по ощущениям, мы с Серегой смогли преодолеть черную полосу, потому что выживание дальше нормализовалось. Короче, я знаю точно, что надо что-то делать с этими соседями и с компонентами, которых у нас нет. Компоненты какие именно? Ну, вообще скраб нужен, много скрапа. Предлагаешь в лабу сходить? Гарпуны только надо скраб. Кто-то прыгает. Вон он, на 110. Надо Хит. Ему тоже... лицо разбить. Это бичара какая-то. Ну, за костюмчик спасибо. О, тип водичку пьет. Пойдем поговорим с ним. Смотри, он выглядит как парнила какая-то. Ну да. Поговори с ним. Hello. Можешь дать, пожалуйста, ресурсы? Спасибо. После того, как у нас появилось побольше ресурсов, мы немного решили обустроить нашу базу и сделать домик в доме.
Вот это шедевр просто строительства. Камня много, а куда его еще тратить, как не в дом, да? Ну да. Сейчас сюда еще дверку поставим. Так, бам. Мы фармили скраб всеми доступными методами. Тем более, возле нас стояла заправка, на которой постоянно обитали различные бомжики. Я ему тоже выглянул. Нифига себе, ты зачем такую имбовую маску перерабатываешь? Ну нормально. Все, мы теперь банда балаклавщиков, смотри. В какой-то момент, когда мы перерабатывали очередную порцию наших компонентиков, к нам прибежал какой-то берданчик, с которым мы справиться не смогли. Нет, он меня убил. А там как раз было достаточное количество скрапа, чтобы наконец-то поставить второй верстак. Я решил проследить за этим парнем. Я вижу его. Я бежал по его стопам и наткнулся на один домик, где горела большая печка. И я сразу понял, что забежать он мог только сюда. Я нашел, где он живет. Просидев у него под забором достаточное количество времени, я понял, что выходить он не собирается. Но я знал, что мы обязательно сюда еще вернемся. У нас в планах было построить кибиточку возле воды, чтобы лутать лаборатории. Но для начала нам нужно было переработать компоненты. Тип. Умер. Ай, какая-то имба пальпь. О! Лутай его, у него куча оружия. Лутай, лутай, все лутай. Он домой бежал, быстрее, и сваливай оттуда. Ха-ха! Ай, блин. Это наш сосед был. Ой, какой он сочный. Ха-ха-ха, нейбор. Изи лут нейбор. И вы не думаете, что мы булили этих соседей просто так? Они постоянно сидели на крыше и прибегали к нам под дом. Прикинь, слышь, бежал-бежал, да и возле дома умер. У нас подхаты типы. Да. Поднимается на крышу. No, please, don't shoot! Я ему в бошку дал. Я не знаю, сдох он или нет. Все, теперь сдох. Потом эти французы из своего домика передавали нам приветствие. Юша, там пока. You're shooting bad, man. What the fuck? Oh. Go roof again, you f***ing dog. После того, как мы с Серегой отбились от наших соседей, у нас было в планах наконец-то добежать до рыбацкой деревни, где мы хотели купить ласты. Но там нас ждал подарок судьбы. Тут фраг бежит. Почти добежал. Тысяча скрапа! Это рыбак был! Чё, уходим, вы? Уходим! Уходим! Домой! Давай ласты купим и домой пойдем. Мы же за ластами сюда шли, правильно? Сейчас под водой пойдем, потому что тут нас могут зафигачить. Наконец, мы купили ласты и отправились в сторону дома. Нам нужны были ресурсики, чтобы построить нашу кибитку возле воды. А также, у нас наконец-то появился второй верстак. Тем временем, борьба с нашими соседями продолжалась у нас бесконечное количество времени. Они все время сидели на крыше. Блин, я упал. Лестница. Ты хочешь зафармить его? Юпити. Сильвопле, сильвопле. Я не знаю, что им нужно было от нас, но у нас были пока что другие планы. Гарпун, то взяли. Все, поехали. Построим в другом месте домик пока. А строиться мы планировали прям впритык к лаборатории. Вы просто посмотрите, какое здесь было идеальное место. В этом же месте мы увидели домик, который немного подгнивал. Вчера он еще был в целостности и сохранности. И конечно же он самую малость нас заинтересовал. Но рейдить нам по-прежнему было нечем. Поэтому мы отправились в лабораторию лутать скраб. Тут типы. Ага. Прикол знаешь какой? Какой? Я вылез, у меня залагало. Да уж, типичный раст. А вряд ли туда смогу запрыгнуть. Сделав небольшой круг возле лаборатории, я увидел то, что внутри сидят знакомые мне челики.
Зачем я к тебе заплывать? А ты выплыви. И тут в моей голове появился гениальный план. Я знал, где они живут, поэтому перехватить их не составило бы и большого труда. Я скинул все лишнее в свою кибиточку и отправился к ним. Они ж могут также под водой оттуда выплыть. Ну, я под водой их увижу, я сканирую. И ждать нам пришлось их, ну, очень долго. Спустя 20 минут мы даже постепенно начали терять надежду. Наверное, кибитка есть. Может, они вообще где-то рядом со свалкой живут, нет? Не-не-не, вот их дом. Но они если пойдут, я их 100% увижу. И в один прекрасный момент я все-таки их увидел. Они плывут. Он укусил кого-то. Я могу их прям в воде убить, слышишь? Один минус. Посидели в лабе, да? Посидели, говорите. В лапке посидели. Все, я их убил. Они ж такие, типа мы фул забиты, знаешь. Стоило того. Конечно. Это ты? Иди сюда, забирай, у них ласты, короче, все забирай. И у этого, смотри, забери все. Плывут такие, слышишь, сладенькие домой. Сейчас смотри, вначале не запрыгивай. Да я уже понял. А то в прошлый раз, конечно... Не, да я подлагал еще. Я как бы вылазил, понял? И у меня залагало, я вижу его, назад не могу. Не, у тебя зависло, потому что он уже тебя убил. Наконец-то мы с Серегой смогли добраться до подводной лаборатории, и я провел ему небольшую экскурсию. По ощущениям, тут никого нет. Но... Ящиков нет. Всегда кто-то может быть в этой игре. Где-то сидеть, знаешь, в уголку чисто и ждать. Странно, что нету ботов, которые тут должны быть. О! Там тип внутри сидел! Гандоны, какие твари, блин. Офигеть. Прикинь. Так, у меня не влазит больше. Ты слышал, как он был доволен? Спрятался, слышишь, в красной комнатке. После мы, конечно, сплавали домой, отнесли все ресурсы и вернулись сюда снова. И тут я решил немного пранкануть Серегу. Мы снова зашли в красную комнату. Я дождался, когда дверь закрылась, и начал свои грязные делишки. Это кто-то стучал или что ли, мне показалось? Это ты? Нет. Тут кто-то есть. Это ты топаешь? Я сейчас... Нет, видишь, кто стучит? Ты не видишь никого? Нет, я не вижу его. Это какой-то хоррор, а ну-ка... На камеру сесть можно? Не знаю. Как мы пробежали, не увидели никого. Ну а там в окно не видно никого? Да я никого не вижу. Он стучит здесь. Мы точно в Rust играем? Может, он там где-то стоит, дверь пытается открыть? Какую дверь? Там еще есть дверь? А я не знаю, да. Наверное, есть. Он же где-то стучит. Че, будем выходить? Давай, выходим. Давай, ты первый или я первый? Давай, я первый. На кнопку? Давай. Ты стучал, да? Ой, ну это было забавно. Нет, так-то тут много дверей. Это ты одел баллон? Нет. Тут дышит. Вот-вот, сейчас тут у меня, наверное, будет. Hello. Уходи! Не хочу. Не хочешь? А говоришь, не хочешь уходить. Мы лутали лабораторию очень долго, потому что скрапа нам нужно было многовато. И иногда, когда я слышал звуки лодки, я выглядывал наружу.
Один умер. Плыть к тебе. Я, возможно, сейчас умру. Это будет тупо. Я двоих убил. Давай, плыву, наверное, да? Фух, это жесть была. Я думал, я умру. У меня лодка есть. Жесть, прикинь. И спустя часик мы налутали достаточное количество скрапа, чтобы изучить турельку и наконец-то обезопасить наш домик. Ну а сишку, которую Серега нашел в элитном ящике, мы сразу решили потратить на сгнивающую клановую базу. Ох, нифига! Нифига себе! Так мы грамотно потратили эту сишку. Домик же наш мы постепенно начали улучшать. И наконец-то обезопасили себя и провели турельки. Теперь наши соседи с двушками были не помехой. Так, я тебя авторизовал еще. Лишь бы теперь это дерево никто не срубил. Все, смотри, сейчас чудо технологии будет. Заработала турелька? Вроде да. Да? Заработала. И одну можно где-то здесь поставить, да? Чтоб никто не бегал вообще вокруг. Ну да. Чтоб и соседи были в восторге. Помните того дружелюбного китайца, который обучал меня китайскому языку? Так вот, они, оказывается, тоже играли на этом сервере, и в какой-то момент он попросил меня о помощи. Он остался совершенно один, а под их домом было очень много различных челиков, которых нам нужно было отбить. Офигеть, у них шкафы жесткие. Эй, my friend. Stay. Hi. Just say me, when we can play together, just write me in chat, okay? And we create a so beautiful vibe. But I just won. Yeah, you just won, but maybe next vibe or maybe not next vibe. Okay, I will talk to you then. I just in the about 40 minutes ago, I talk to you then. But yeah, I yeah. don't allow you joining us. It's ideal. Always talk to us till you want to join us. But play with us in the one waves. После он показал экскурсию по своей китайской крепости, и мы начали отгонять противника. Если они придут рейдить, то мы сможем попробовать отбить эту базу. Ну, как минимум, это будет весело. После того, как мы отогнали противников, я продолжил заниматься своими делами. Ведь впереди у нас было очень много работы. Ну а если честно, если вы хотите увидеть ролик с китайцами еще раз, то обязательно напишите об этом в комментариях и поставьте лайк. А пока Фиг попробует уговорить своих друзей. Тем же временем, Серега плавил ресурсы в печках. Ведь нам нужна была сера и металл. У нас появилось столько много металла, что наш домик превратился в металлическую крепость. Вот это, слышишь, защита, я понимаю. Ну да. Сейчас еще соседей выселим, вообще будет кайф. А налобного нету фонарика, да, никакого? Нам оставалось совсем немного скрапа, чтобы наконец-то изучить ракеты и ракетницу. И мы побежали перерабатываться на заправку, где повстречали очень много новых друзей, которые пытались нас убить. Перераба лучше поставь. Опа. Меня убил на перерабе прям. Не, эти бичи, блин, они все на одно лицо, блин. Вот тут тип! Меня убили! Убей, 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 убей! Хорош! Еще один! Еще вон там! Okay, nice try, сзади bro. Открыл дверь! Убей, 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 убей! Убей! Хорош! Yeah, nice, bro. Но Серега уже был опытный боец, поэтому отбиться от них нам не составило и труда. Ну а домик на воде мы, естественно, дорейдили.
Ну, пойдет. Уголь нужен? Нам, походу, только нефть нужна. Крыса, крыса справа. Убил его. Видишь, хорошо, что я первый вышел. Тем же временем наши соседи что-то замышляли и даже попытались разочек поймать нас на ловушку. А чё с ними? Чё, открыто? Понял. Чё, не вариант? Ну а когда они меня впустили, я увидел то, что в доме у них практически ничего не изменилось. Разве что они улучшили потолки. Ух ты, он меня чуть не закрыл. Все, пойдем домой. Изи, слышишь? Мы сейчас его пробахаем. Там дом, короче, на 9 ракет. Я думаю, тебе это многое не сказала, но все равно, короче, дом говно у них. И все, что нам оставалось сделать, это очень долго постоять на крафте. А еще мы решили сделать немного фоточек на память. What you want from my base? Hello, I need you high key. You fucking roof camper naked. We will fuck your ass. Ну, видишь, пережили всех соседей. Еще не всех, еще один остался. Не, ну его-то вот переживем тоже. Быстро все поменялось. I need you high key. Hello. Yes, I give you my AK. Oh my god. I give you my AK, bro. Come from door. Да, и на меня смотри. Еще ли, а? Во, топ. И типа на них еще смотри, выберем потом. О. Хотя, может быть, ты будешь рейдить, а я прикрою. Не знаю, пока же куда стрелять, буду стрелять. Эй, my neighbor, right now, we go boom boom your base. I need you high key. I need you high key. You have a pink. В турели патронов нет. Выруби турель на переключателе, я патроны закину. Что за фигня? Он с двушкой тут сидел, прикинь, с лестницей. Офигенно, блин. Вот это жесть нафиг. Сейчас бы понадеялись на нее и сдохли бы. Ну да, блин, подозрительно у нас двушка сидит, да? Угу. А я думал, где он все это время находится? Он у нас под дверью сидел. Хорошая турель. Ну, теперь да, теперь у нас она с патронами. Наконец-то, спустя некоторое время, мы уже были готовы выселять наших соседей. Тем более, мы были рады, то, что они были в онлайне. Я стреляю в дверь. В дверь стреляй. Стрел, стрел. Убил двоих. Бахай в стенку. Куда? Эй, neighbors! Neighbors! Да, надо будет чуть-чуть закилиться. Убил на крыше. Она упала? Нет, нет, бак. Я не шелкать даже не буду, спасибо. Понял, отойди. Ой, тут нормально. Калашисты идут! Это те типы идут, слышишь? На лошади. Да, это они, смотри, сколько их! Их много? У нас есть турель, нормально. О, отлично! Турель по ним работает. Одного я положил. Капец, у нас жесть происходит. А где они все находятся? Один на воде, они на горе все. Где чел сидел на вышке. Вижу, их много там? Два их вижу. Мне надо подбежать, быстро застроиться. Я смогу? Да, они уехали, они уезжают.
Там кто-то с блочкой еще стоит. Я пока застроился. Ух, нифига! Чё? Да не вообще не подпускают, дико в Украину. Много лута, ты там? Куча, я застроился. Отлично. Они обстреливают, я думаю, они нас зарейдят. Эй, блин. Короче, с кем мы вчера перестреливались на вышку, зарез чел. Прикинь, какие они красавчики. Они все расфасовали еще. Офигенно. Эй, блин. Я не знаю, кто открывал в этом доме двери, но тут точно кто-то был в онлайне. И я хотел дождаться хозяина дома. Но это для начала я вырубил все спальники и застроил дверь. Все, ждем, когда они придут. За домом два бомжа. Да, они не подойдут тут, турели. О, работает. Понял, почему всадники не пришли сюда? Еще один там, справа. Это жесть вообще была какая-то. Тем временем у меня появился еще один сосед, который пытался взорвать мои турели. What are you doing? Unlucky. You're so unlucky, bro. Oh, my God. Ой, турельку надо починить. Он офигачит всех направо и налево. Кому-то очень нравятся наши турели, мне кажется. Да. Наконец-то, спустя 15 минут, хозяин появился дома, и он явно был в восторге от того, что произошло. Ха-ха, я знаю, где он стоит. Oh my god. Sorry, I can't open the door. It's not my door, my friend. What you think about my repair? Bro, are they raiding you? Oh, dead. You like it, my friend? Слышь, соседи, все. Задизморалились вообще плотно. Он лег и приуныл у себя на спальнике. Печально вообще. Там еще ящик у них есть, прикинь. Все, пусть. Будет так. А могли же нормально жить. Hello. You like my repair? Just tell me. Say cheese. Я сфоткал довольного клиента. Ну а дома я разместил галерею с нашим довольным клиентом. Смотри, он показывает палец вниз, он очень доволен. Ну а все остальное время этот паренек пытался разбить второй верстак. Он был действительно сумасшедший, ведь разбивать его инструментами очень долго. Зачем он это делает? Свой верстак? Ну, уже наш. Когда нас зарейдят, они должны знать, что это, что у нас были довольные клиенты. По-любому. Пускай рекомендуют. Да. Будем ремонты делать. Я только убежал из дома, он продолжил долбить верстак. Нифига себе он гений. Так, это вот фотогалерея у нас теперь будет, смотри. Они счастливы, что у них есть мы. А мы счастливы, что у них, ну, тоже есть мы. Надо еще одну сделать, на доме сделать им фотку. Блин, мне кажется, надо ракурс, знаешь, чтобы чуть-чуть видно было дом этот. А то тут на фоне вообще непонятно чего. Ну давай сделаем вот так. Open, open the door. No. Или не будет долбить. Hello? Он любит подолбить, да? Он же долбитель. Онлайн копатель. Любит подолбить, да, говоришь? Эй, мэн, you need more stuff? Take it. Долбит нормально рус, слышишь? После мы ему даже поставили камин, чтобы ему было тепло и уютно в своем домике. А он продолжал долбить аккумулятор. И в какой-то момент нам стало его действительно жалко. Why, man? Why? Why? Why what?
Your friend 2 days tried to kill me too much times. Sorry, I don't speak English, man. Where are you from? You from French? Yeah. S'il vous plaît. Oui. Ты думаешь вернуть ему дом? Ну как-то знаешь, он... По сути, он меньше бесил, чем тот тип, который на крыше там сидел. Ну а знаешь, что сделаем? Давай все пушки заберем отсюда, чтобы он больше не сидел на крыше. Вначале у меня появилась идея просто забрать все оружие, чтобы он больше не сидел на крыше. Но потом в моей голове появился план, как проверить этого француза на честность. Not roof camp me, or I raid you again. Hello. Hello. You like my repair, my friend? Why? So. Okay, bro. I don't need your guns, but not roof camp, please. If you kill me, I kill you. And raid your base again. If you need, I just, can give you invite to the group. My T2. Yes, I know. Tomorrow you can leave from my team and go in team your friend. Thank you, my friend. Okay. No. I authorized you in my turrets. 2 seconds. This your roof camp, left side. Your friend so many times roof camped me. Yes. And this 2 hours before. You know that? Yeah. Okay, take it back. И в чем заключалась проверка, вы можете меня спросить. А проверка только начинается. Взяв с собой остатки ракет, мы пригласили его на рейд и дали ему снаряжение, чтобы он мог отбиваться. Мы хотели добраться до лута и встать в АФК. Проверить, убьет он нас или прикроет. И поверьте мне, от решения этого француза зависела концовка этой истории. Можно бахнуть дом и встать в АФК, типа зависли, и посмотреть, как это будет, ну, что он будет делать. Проверка на честность? Да, если он честный, то мы просто ему фул дома даем свой. Ну, в принципе, да. Только надо дом, именно который мы сможем бахнуть, да? Убивает нашего. А, это он? Kill them all. Ракет у нас было немного, поэтому нам нужно было искать цель, чтобы мы ее могли прорейдить наверняка. Лев. На. Здесь. Куда стрелять? Ну давай вот сюда, пофиг. А где ракеты? Вот сюда просто стреляем. Блин, прикинь! Нормально, есть ракета еще? Да, куда? Вот сюда. Ой, нифига! Это картофельный барон, что ли, возле нас жил? Короче, слышь, сбегай домой, там вроде ракеты оставались еще. Сколько мы потратили? 5 ракет. Еще 3 ракеты дома, как раз добить его дом. Да, он нормально прикрывает. Ракет нам самую малость не хватило, но это было даже к лучшему, потому что я оставил Серегу наедине с этим иностранцем. И пока я ставил ресурсики на крафт, подло поступать он не стал. Он прикрывал Серегу и помогал дорейдить этот домик. Ну, чувак, я думаю, заслуживает. Как бы, какими бы его друзья подлыми не были, да, он себя проявляет максимально качественно. Да, и нам соседи помогают на вышке. О! Лоды... Дай этому бомжу залутать все, который со мной бегает. О, так тут нифига себе, слышь. Пойдем ему почетно отдадим наш дом с фотогалереей. Да. Follow me, we have a present for you, my friend. Right now we raid together base and we think you kill us like a mouse, but you nice man. Okay, follow. Come. Там контрабанда. Come inside.
This base all for you because you are a good man. But stay, I need to check shotgun traps. This is all for you, but come to me. И мы можем ему просто пароли дать. Follow. I show you. Сейчас там тоже gun trap. This is your base. This is left your base. This is RU. This is your stuff. And this is mine. Смотри, он так рассматривает. Окей, бро. You are nice guy. And this all base all for you. Все, что у нас было, мы отдали этому французу. Ведь он это действительно заслужил. Он прошел нашу проверку. This is all hot. Тут вертолет летает. Все как в настоящих голливудских боевиках. Отличный вид на вертолет. Да, супер вообще. Вот это достойное завершение на самом деле. Ну да, да, много было интересного всего. Так прикинь, это у тебя первый такой вайп практически. Да я вообще не играл. Мы даже не сделали все, что можно сделать в этой игре. Конечно, основу мы какую-то захватили. Когда мы последний раз бодро играли, это еще в Легаси мы играли бодро. С того момента я как бы в Раст особо ж не играл, как бы, да, и, ну, то есть, а сейчас, прям, знаешь, почувствовал именно саму суть Раста, да, нового Раста. И че, как тебе ощущения после старого? Стало интереснее, есть смысл просто играть в нее. Да? Я хочу тебе сказать одну важную вещь. У тебя подмыхивало, сады. А, нет, меня убивают! Вот на такой прекрасной ноте эта история подошла к концу. И надеюсь, она вам понравилась. Я был действительно рад тому, что иностранец выбрал такой исход событий. Мы простили наших противников, которые нам не давали играть практически целый вайп. И наш подарок — это был небольшой урок для наших иностранных друзей. Ведь иногда можно решить вопрос не только кнутом, но и пряником. А еще, мой брат впервые зашел в эту игру за 8 лет. И он получил незабываемые эмоции. А если вы хотите увидеть, как мы с братом стали рыбаками-фермерами, обязательно ставьте лайк. На 100 тысяч лайков я выкачу вам нереально крутое видео. Я вам обещаю. А что насчет китайской базы, которую просили защитить? Так ее никто и не пришел рейдить. И я со спокойной душой смог покинуть этот сервер. Всем желаю хорошего настроения, добра и не болеть. Всем пока. А сейчас я вам покажу обещанный секретный фрагмент. Вы могли меня спросить, почему мы с братом ранее никогда не играли в Rust вместе. А все просто. У него просто не было компьютера, который тянул эту игру. И поэтому я решил исправить эту ситуацию. Небольшой монитор 144 Гц. И компухте. Мощный компухте. Компухтер твоей мечты, скажем так. В смысле? Ну, в прямом. Ты новый купил? Ну как он? Из моих, короче, старых деталей. Там стоит... Нет, Димон, сейчас это сильно большой затрат. Теперь будешь играть как бы нормально, будет. Ну даже если хочешь, можешь поставить его там уже раз скачан. Да, ну я как бы тестил на самой той игре, которая больше всего живет.